Группа The Killers выступит в столице на фестивале Park Life 2020. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» прямо сейчас. Подробности. Американская рок-группа The Killers станет хедлайнером 8-го фестиваля Park Life, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора. Мероприятие состоится с 17 по 19 июля. В пресс-службе уточнили, что группу The Killers можно будет услышать 18 июля. Команда ранее уже приглашалась на первый фестиваль Park Life в 2013 году. Также организаторы рассказали, что в 2020-м фестиваль поменяет свою площадку. Он состоится в спортивном комплексе «Лужники» с вместимостью до 50 тысяч человек. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!